Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня у нас на распаковке настольная игра «Mare Nostrum Imperii». Ну что, заглянем, что там за моря? «Mare Nostrum Imperials», или же «Наше море» в украинской локализации. Я взял английскую версию из тех соображений, чтобы... Допчик был в один тон с полем. Не знаю, насколько это критично. Вот. Игра с витрины, но... То есть пленка снята, но тем не менее игра... целая, так сказать, запакованная, по идее. Так, у нас есть правила, сразу перевод, что очень здорово. Но их мы не будем смотреть, такие можно скачать. Оригинальный буклет правил. Вот, я на эту игру смотрю уже 5 лет. Причем еще у Алексея Зуйкова я смотрел на коробку первой части. Потому что это уже переиздание. Вот, я все смотрел, вот, но, увы, что-то не покупал, а тут сказали, типа, игра без пленки, можно брать дешево, сердито, я думаю, почему бы и нет. Далее, подсказка, насколько я понимаю, с описанием богов. History, mythology, а, нет, история мифологии богов, что тоже очень прикольно, ширмочки наших. Там начальная расстановка, где находится данная нация и с какими силами. Поле. Сейчас посмотрим так, а в конце я уже постараюсь показать полное. Воу-воу-воу. Давайте сразу обратную сторону посмотрим. Mare Nostrum. Очень здорово, когда сзади есть арт, даже такой минимальный. И смотрим. Вот такая вот красотень у нас так. По идее, вот она влазит в упорчик. Отложим его в сторонку. И едем дальше. У нас есть... Давайте вот этот вот планшетик посмотрим. То есть он тоже с фирменной надписью. «Наше море». И это у нас что? Поле лидерства. Здесь мы будем бороться за лидерство в разных сферах. Торговля, развитие и война, скорее всего. Едем дальше. Вот эти вот планшетики уже просятся. Так, есть полукруглые планшеты. Это у нас... Полукруглый планшет, это у нас. Часть планшета нашего игрока, согласно этой инструкции. Они двухсторонние. Почему же они там не написали? Что это за штука такая? Давайте мы быстренько пролистнем. Да, что-то я не вижу описания. Ну ладно, я думаю, что вообще оно существует где-то здесь. Просто надо вчитываться. А вчитываться неохота прямо сейчас. Не хочу растягивать обзор. Дальше есть вот такие планшеты. Я их, кстати, не вижу здесь. Они тоже двухсторонние. Это планшеты богов. Там девочка. А, здесь девочка. Это подсказки, скорее всего, в таком случае. Это планшеты подсказок, да? Mare Nostrum Imperial Fantasy. Да, это планшеты подсказок. На 5 человек, что здорово. Надо будет печатать локализацию их. Едем дальше. Еще одно поле, которое называется «Поле чудес и герои». Чудеса и герои. Тоже с фирменным артом Mare Nostrum. Из очень плотного материала под лен. И самое вкусное, друзья. Конечно же, давайте мы, наверное, возьмем одну из этих и посмотрим, что же у нас по нациям. Так, у нас красный игрок, хотя у меня он малиновый. Так он красный, так он малиновый. Есть вот такая вот, такой вот бюст. Друзья, я попробую поиграться с яркостью, извините меня. Нет, не получается. Такой вот бюст легионера. И
Забыл, как называется такой тип лодок. Дракары? Нет, дракары это у викингов. И вот такая вот крепость. Интересно, все ли, у всех ли все одинаковое, или у всех, или есть разные варианты. Радует то, что игра до 5 человек. Прям то, что надо. Нет, видите, они все одинаковые. Хотя нет, чтобы они разные, наоборот, извините. Нет, они одинаковые. Нет, разные, разные, извините, друзья, разные. Так. Ну, лодочки-то точно похожие у них. А вот бюсты отличаются. Едем дальше. Ну, желто-зеленый игрок. Такой, ну, у меня он зеленоватый, а здесь он желтоватый. Египтяне. Их сразу видно по бюсту. Такие вот парни, лодки у них такие же, замки у них такие же. Чхорные товарищи, как в метро 2033. Да, лодки такие же, это такой же, а бюст у них другие. Черный на черном не смотрится. Такой вот черненький бюстик. Сиреневенькие. Корабли такие же, домики такие же, а бюсты у них уже... Бюстики у них уже другие. Такие вот бюстики у них. Едем дальше, посмотрим, что же у нас по жетонам. Нет, рано жетоны, рано. Последний пакетик все-таки. Кубики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Очень крохотные, такие маленькие-маленькие кубики, такие детки мои. Сейчас, опа. Теперь по жетонам. Рубашка у всех одинаковая. Эти жетоны выкладываются на поле, если я правильно помню. То, что мы можем найти. А, и еще один забыл. Вот он. Такие вот жетончики. Это не этот одинарный, этот двойной. Сейчас покажу. Две монетки, одна монетка, пять монеток, четыре монетки, три монетки. Mare Nostrum. Вот, хотя саму фирму iGames я люблю. У меня Mysterium, у меня три или два выкрутайса уже от них. Я, ну, так случилось, что надо было несколько штук мне. Вот. И сейчас хочу купить себе Park Manager и допчики к Mysterium. Вот. А, и еще у меня от них веселая фирма. Мне вообще очень нравится их контора и то, как они делают металлические коробочки. Много жетонов в игре. Но они очень толстые, прям вау. Вот дерево. Виноградная лоза.
Ой, какие овечечки. Барашки, точнее. А может и овечки. Оливки, оливковая ветви. Так. Предпоследние жетоны. Это у нас уже пошла пшеница. Сейчас сразу положим на место, потому что потом фиг вспомнишь, где что лежало, а так хоть... Вообще, просто иногда перед играми, перед партией в игру мы фоткаем коробку, где что лежало, и потом уже только раскладываем, ну, при складывании нам это помогает. Море жетончиков в игре, море, наше море, море жетончиков. Эти точно на карте расположены. Вот такие вот милые. Видите, чуть меньше большого пальца. Далее, жетоны богов, они односторонние, да? Да, они односторонние, поэтому можно легко их просмотреть. Вообще здорово, что в игре есть история, ну, история богов. Ой, какая миленькая. Говорится, играючи развиваешься. Пирамиды, тоже бог. Тоже люди поклоняются, да? Ух ты, там что-то еще лежит. Надо посмотреть. Есть у нас вот такие вот жетончики. Эти черные жетончики, я их, кстати, не вижу. Что-то. Что это? То, что мы просмотрели долго, это были товары. Вот этот весь ряд, это все товары. А вот этих вот маленьких черненьких я не вижу, но, судя по всему, это вот здесь вот находятся они. Это для подсчета очков. Что же у нас там спряталось? А, это как у некоторых лишнее выдавленное. То есть, чтобы место не попадало на планшете, они-то оставляют свою информацию какую-то внутреннюю. Да и внешнюю тоже. Так, жетончики по игрокам. Я вижу все. Ага, да, это были жетоны игроков, которые мы выставляем на поле. Так, ну, здесь спрятался еще такой квадратный жетон. Наверное, жетон первого игрока. И карточки. Нет, тоже картоночки. Судя по всему. Гладиаторы, что ли? Посмотрим, что они пишут. Не вижу. Ой, друзья, что-то сегодня жарковато у нас, хотя за окном дождь с градом. Но парит писец. И мы почти подошли к концу. Просто сегодня много распаковок было. Это местная валюта, о, да. Шикарные монетки, хоть и картонные, без особого стиля, хотя вот обратная сторона мне очень нравится. И последнее по списку, но не по значению. Легендарные города, обычные города и храмы. Опа, один бы хотел сбежать. Ну, понятно, что в оранжевом это легендарный, в черном это... простой и маленький это храм. Ух, ну и массовая распаковочка. Ну что, друзья, вот мы и провели распаковку настольной игры Mare Nostrum, или в украинской локализации «Наше море», где мы нашли здоровенное поле с кучей регионов. Ну, не такое здоровенное, как у Ticket to Ride, но все равно очень приличное. Вот, а учитывая количество компонентов, которые в этой коробке было спрятано
просто нереально большое получается, потому что здесь есть и фишки нации, вот они красивые, жетоны, деньги, города, еще жетоны путешествий, планшеты на каждого игрока по ширмочке, по планшету, по подсказке, шикарные кубики. Вот, жетоны богов, целая гора. Раз, два, три. Даже есть часть компонентов, которые просто некуда было выкладывать. Здесь еще особые ресурсы, торговля и так далее. Здесь столько всего в этой игре. Просто не представляете. Я уже мечтаю в нее сыграть. Вот, и уже мечтаю купить для нее доп. Не знаю зачем, но просто пусть будет. Ну что ж, друзья, теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большой палец, также есть ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, на двух международных сайтах, TCR и BGG, везде мы клуб Мир Коробки или просто Мир Коробки, потому что каждая игра — это огромный мир в маленькой коробке. Всем пока!